В обновленный парк Орешково сегодня спешили не только на колясках, но и на самокатах. Показать себя и свои поделки и увидеть настоящий концерт, где все артисты исключительно дети. Только в Улан-Удэ сегодня живет почти 100 тысяч детей. Наступило каникулярное время. В городе Улан-Удэ заработали детские площадки. Более 7 тысяч детей уже сегодня находятся на детских площадках при школах нашего города. Более 98% наших детей в течение лета пройдут через детские оздоровительные лагеря. Еще одним развлечением для детворы при 30 градусах жары стал фонтан. На резонный вопрос, в честь кого сегодняшнее торжество, мнения гостей праздника разошлись. Как ты считаешь, от кого нужно защищать детей? От бандитов. От врагов. Чтобы там не били, не болели. От злых дяденек, например, и духов злых. Алиночка, что бы ты пожелала всем детям нашей страны и вообще всего мира? Я бы пожелала, чтобы все дети жили спокойно и радостно, и чтобы не было никакой войны. Радуга дружбы, дети нашего города. Задорные голоса артистов еще долго звучали в парке. Мария Латышева, Сергей Петров. Новости дня.